Трамп. Диалог с КНДР состоится при правильных условиях. Американский лидер заявил о готовности Вашингтона принять предложение Северной Кореи по прямым переговорам при определенных условиях, суть которых он не уточнил. Белый дом может согласиться на переговоры с руководством Северной Кореи, впрочем, только при правильных условиях. Об этом в понедельник, 26 февраля, заявил президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. Таким образом, нынешний глава Белого дома ответил на недавний сигнал со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна сесть за стол переговоров с США. О каких именно условиях идет речь, американский президент не уточнил. Ранее в этот день сесть за стол переговоров с руководителями КНДР Соединенные Штаты призвал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. По его мнению, Вашингтону следует снизить планку для диалога, в то время как от Пхеньяна ожидается готовность отказаться от ядерного оружия. Говоря о северокорейском вопросе, Трамп также положительно оценил действия Китая в том, что касается выполнения введенных ООН международных санкций против Пхеньяна. По словам президента США, после ряда призывов со стороны Вашингтона Пекин изменил свою политику в отношении КНДР. В то же время он заявил, что несмотря на санкции КНДР сейчас получает много товаров из России. Китай раскритиковал новые санкции США против КНДР. Напомним, 23 февраля Министерство финансов США обнародовало новые ограничительные меры в отношении КНДР. Введены санкции, в первую очередь, касаются судоходных и торговых компаний из Северной Кореи. Источник. Украинская служба DW. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.